самом деле, как сказали, надо вкладываться как раз в сложные времена, чтобы когда придут хорошие, ты был готов. Потому что потом уже будет некогда, там конкуренция будет очень тяжелая. Поэтому я всем сейчас рекомендую, мы не остановили ни один проект технологический, именно потому что мне кажется, что отскок будет скоро в обратную сторону. С хорошими новостями. Или российская банковская система в мире считается одной из самых технологически продвинутой. Если вот это даже не то, что наш взгляд, это взгляд мирового IT-сообщества. И сегодня была панельная дискуссия, где, конечно, все сказали, что, например, Сбербанк должен идти по открытым технологиям. То есть все технологии, которые у них сейчас есть, он должен предоставить всему банковскому сообществу. Иначе регулятор его просто зарегулирует как экосистему, да, и заставит это делать бесплатно. Поэтому мы призываем всех как раз вот это время использовать для коллабораций, потому что при ограниченности ресурсов надо как раз кооперироваться, а не всем бежать и создавать подобные же сервисы. Если они уже есть, их надо точно коллаборировать, открывать и партнериться. Мне кажется, это сейчас очень... Дискуссии, которые я слышу, говорят об этом, что это время партнерств. И если мы его правильно используем, то это, в принципе, эффективно можно сделать. Я, конечно, считаю, одна из прорывных – это платежи по телефону. Это было первое в мире, не было такой технологии, просто не было. Она родилась в России. Да, ну и вторая, я считаю, то, как сейчас трансформируются порталы госуслуг, налоговая инспекция, мне кажется, что это тоже достойный цифровой проект государства. Знаете, банки же поделились, кто попал под санкции, кто нет. И мы, конечно, пока являемся бенефициарами клиентского потока, так как мы не под санкции, у нас идут платежи по всему миру. И, конечно, в этот жаль, что многие на нашем рынке пострадали, но именно для Абсолют-банка это пока барьеры рухнули и показалось время возможностей привлечения новых клиентов. Слушайте, ну сейчас долгосрочного планирования нет, да, у нас краткосрочное планирование, это, конечно же, продолжать зарабатывать прибыль и обслуживать, чтобы у клиентов всегда было бесперебойное обслуживание, потому что сейчас, если еще система останется без денег, это будет коллапс. Все-таки, мне кажется, шоковое уже прошло время, сейчас уже время тактических действий, можно уже начинать думать чуть-чуть подальше, уже на 23-й год замахнуться.